Олимпийского чемпионата. Еще раз повтори. Я не успел кнопку нажать. Приветствую вас на втором этапе любительского чемпионата по ледовым гонкам Песчанка 2016. Привет всем. Сегодня у нас второй этап на Песчанке. Туманно и прохладно. Сейчас тренировались, участников не так много. Вот Вова готовится, уже качает. Вова, что, как настрой? Сегодня в твоем классе много народу? Не знаешь. Не знаешь? Ну ладно. О, здорово. Да, сейчас в моем классе вообще никого нету. Хотя вон две машины подъехали, мы сейчас еще народ подъедет. А, поменялись организаторы. Те организаторы у нас сдулись. Непонятно, какой причине. Привет. Привет. Ты знаешь, по какой причине сдулись операторы? Понятия не имею. Не знаешь? Я как понимаю, мы будем ездить по секундомеру, да? Да, ты опять последним приедешь. Да, я даже буду стараться приехать последним. Ну я смотрю, ребята, вот передний бьют, вот передний бьют. Ну есть кому проиграть. Да? Да. Я посмотрю, как Игореша, да, у нас тут работает. Ну, В. Номер. А, 69. Ты что? Так позиция выглядит? Конечно. Ты мне скажи. Или имя. Шорохов Петр Петрович. Toyota Vitz RS. Точно RS надо? Да. Да, да, да. Я что подумал, может, напишем литровый? Литр. Стремно было. Вот так-то тоже верно, кстати. Ну еще много участников сегодня? Пока не знаю, еще видишь. Еще пока не знаешь? Через Z. Да. Букву, буквы я не помню, 760. Иди смотри. Да не гони. Ну открой, у тебя СТС-ка в кармане. Кто тебе сказал, что она у меня в кармане? Ну давай, иди смотри. Деньги дал, да? Да, деньги я дал. Ну все, сейчас, сейчас скажу. Что? Здорово. Рассказывай. Здорово. Давай, так, здорово. Че? Читер, а? Телевизор, нет. Ну а ты как? Читер, ну? Да, вот это читер. Вот его машина, сейчас посмотрим. Это Евгений. У него груза, я не знаю сколько, наверное... Килограмм. Сколько у тебя килограмм? 200, 300 груза? Ой, да кого? Да конечно, ага. Ну вот, просим регистрацию. Сейчас идем, скажем им буквы. Прокатимся. Знакомьтесь, это Евгений на Turbo Honda Logo. Ездит только он. Падла у нас зимой. Летом никак не хочет приезжать к нам на тайм-атаке Ней. Но, тем не менее, у него даже медалька висит. Это ты на первом этапе, да, второе место? Да. А кому проиграл? Диме, он на том TV. А, ну как ты так? У тебя же опыт вообще, ты же только зимой ездишь. Ты опытный водитель. Я не тренируюсь никогда. Ты не тренируешься никогда? И я еще не читерю. Да? Да ладно. На повседневной резине езжу, да. Так ты без сегодня балласта. Едешь у нас в шипы, да? И в липы, в шипы. И туда, и туда заявился? Да. Ради Петровича специально. Зачем ты? Ты хочешь меня до конца убить? Да? Да, да, да. Ну зачем? Нам поведают на сегодня.
Питерского чемпионата. Еще раз повтори. Я не успел кнопку нажать. Приветствую вас на втором этапе любительского чемпионата по ледовым гонкам Песчанка 2016. Хорошо, что у нас этап состоялся все-таки. Третий, четвертый этап постараемся тоже провести. Сейчас у нас начнется с 11 часов квалификация, то есть немножко надо подождать, подготовим трассу для стартов. Квалификация будет проходить по 4 участника, будем замерять по секундомеру, так как отсечки у нас нету. После квалификации определяется топ-8 участники и поедут параллельные заезды. Стартовать будем со льда, обе машины в параллельных заездах, чтобы никого не было преимущества. Кто сильный, выбирает дорожку. Она особо роли играть не будет. С середины будем стартовать? Да, старт будет с середины и финиш тоже. Чтобы в конце не оттормаживались, брустеры не вылетали. Итак, брифинг мы послушали. Едет у нас перед ШИП. Сейчас трассу готовят. В моем классе 6 участников. Камеру ставим. Попробуем сейчас рейс хроно запустить, чтобы потом наложить на видео. Чтобы это красивенько все было. Так что удачи мне стать сегодня 6-м из 6. Ну самое главное — пройти в топ-10. We love the story where we
так, подводим итоги. В квалификации я пришел третьим из семи участников. В момент гонки я поймал два бурустера, как вы видели на видео. И, к сожалению, я стал пятым. Но в любом случае, это для меня хороший результат зимой. Так что сейчас едем, покупаем стойки передние, потому что эти умерли. Можно вот посмотреть, как они шатаются. Это просто капец. Они прям, ну, вообще ужасно шатаются. Так что третий этап, песчанку я пропускаю, в связи с тем, что еду на Джимкану. Интересно, там фигурное вождение и все остальное. Так что до новых встреч, подписывайтесь и ставьте лайки, пока.